Oh.
Ishine Rshima. She did that point of Omaji Ucha, yet UNESCO, Sabab Jo TV, Jobi, Shabisha Kravata, Yumaka Yu, Batlaka, Nabi Elpili Shahan, who did an Akpeta, Kat Aha Yuma, Abar Shima Joshua Kravata Dunya, Kavatat Lishan Yima, Sababraba Anan Ketana Lishana Ile. Natranat unta, lishana ile natranat saprajuta. En lishana tlidle, unta betlagle. U unta lije, da frava unbetet ka fpishe na tlige, en la natrafta lishana, man bar esri tlaj e fpishe na betpajesh tlige. Kaliva, man letev lishana rozmaja, da fmerika man tafla Международный день родного языка был превозносом Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию многоязычных. Эта дата была выбрана в основании событий 21 февраля 1952 года, когда в Даке, в столице нынешнего Бангладеш, погибли студенты, участники демонстрации защиты своего родного языка Бенгали, которые они требовали признать одним из государственных языков страны. Язык является наиболее мощным инструментом сохранения и развития мирового культурного наследия. Деятельность по распространению родного языка способствует не только лингвистическому разнообразию многоязычия, но и более полному пониманию языка и культурных традиций во всем мире. Введя международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО призвала страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, нацеленные на уважение и защиту всех языков, особенно языков, находящихся на грани исчезновения. Эксперты полагают, что если не принять меры, то половина из 6000 языков, на которых говорят сегодня в мире, исчезнет к концу 21 столетия, и человечество может потерять важнейшие древние знания, содержащиеся в языках коренных народов. В мире 43% языков находятся под угрозой вымирания, в том числе ассирийский язык. Согласно разработанному ЮНЕСКО атласу языков мира, находящийся под угрозой исчезновения, за период жизни последних трех поколений людей исчезли более 200 языков. Раньше язык исчезал в результате физической гибели народа из-за эпидемии, войн или спада рождаемости. Сегодня носители часто добровольно переходят на другой доминирующий язык, если чувствуют, что это поможет способствовать интеграции в общество и самих и их детей. В некоторых случаях политические власти оказывают давление на каждом съем, чтобы те говорили на официальном языке. Существование нескольких языков зачастую воспринимается как угроза для национального единства. Для предотвращения исчезновения языка необходимо благоприятные условия. Для того, чтобы его носители говорили на нем и обучали этому языку своих детей. Также нужно создавать образовательную систему, способствующую обучению на родном языке, разрабатывать систему письма, поскольку основным фактором является отношение членов общины к своему собственному языку. Необходимо создавать социальную и политическую среду, которая будет способствовать многоязычию и уважению к малым языкам, чтобы использование этих языков стало преимуществом и не являлось недостатком. По вашему мнению, каковы причины исчезновения языка? Пожалуйста. То, что мы его не знаем. Исчезновение языка? Иммиграция, ассимиляция – это вот первые признаки языка. Мамы дома должны говорить, не только мамаши. Спасибо. На ответы считается, что язык находится под угрозой исчезновения, когда не остается его носителей, или же, когда они начинают говорить на другом языке. Зачастую на языке имеющем первостепенное значение, но более сильные и влиятельные группы. Языки находятся под угрозой воздействия внешних сил. Это военное, экономическое, религиозное, культурное или образовательное воздействие, а также под угрозой воздействия внутренних сил, таких как негативное отношение сообщества к своему родному языку. В современном мире рост миграции и урбанизации нередко сопровождается потерей традиционного образа жизни и принуждением говорить на доминирующем языке, который необходим или воспринимается как необходимый для полноценного участия человека в общественной жизни и процессах экономического развития. Как можно
точно определив, что этот язык находится под угрозой исчезновения? Как мы определяем, что язык под угрозой исчезновения? Спасибо за внимание. Обидно вас.
В том древнем мире.
Сначала они использовали для письма карты, а затем таблички, а затем глиняные таблички, используя для письма заострённые клинья. Так зародилась клинопись. После одними из первых создали алфавит, включающий в себя 22 буквы. Он стал основой для других языков. Крайне мало источников описывают письменность и литературу ассирийцев с начала периода падения Ассирии с международной и политической арены и до времени принятия и распространения христианства. То есть с 612 года до нашей эры по первый век нашей эры вместе с развитием христианства происходило укрепление нашей письменности. Писались и распространялись священные для нас книги, Ветхий и Новый Завет, Деяния апостолов и многие другие церковные книги, толкования или церковные песнопения. При церквях, монастырях и духовных семинариях люди обучались грамоте, изучали разные науки, медицина, философия, история, математика и так далее. Этот язык стали называть староассирийским. В середине 19 века разные христианские миссии обосновались в Османской империи и Персии, в местах, где проживали ассирийцы. С приходом этих миссий были образованы типографии, где печатались книги и школы, в которых обучались не только церковные, но и светские дисциплины. Несмотря на все трудности, разногласия, недопонимания и разделения нашей церкви и народа, появилась возможность для людей получить образование и продолжить обучение в других кружах и странах. В конце 19 века в городе Урмия, Иран, были изданы первые газеты и журналы на ассирийском языке. В 20-х годах 20 века в городе Масул, в Ниневе, Иран, была основана первая типография церкви Востока священником Иосифом Бенкалейта, в которой издавалась богослужебная и духовная литература на нашем языке. В 40-х годах 20 века в городе Киркук, Ирак, была открыта другая типография, где также печаталась духовная и светская литература, издавались газеты и журналы. В 60-х годах 20 века в городе Трисур, Индия, при кафедре митрополита нашей церкви была образована типография, функционирующая по сегодняшний день. С начала 80-х годов 20 века в Багдаде, Ирак, при кафедре митрополита нашей церкви также основана типография для книгопечатки. Благодаря этим типографиям увидели свет и стали доступны многие редчайшие рукописные книги наших святых отцов. И сегодня, в каком бы городе или государстве не проживал ассирийец, он должен позаботиться об изучении и сохранении своего родного языка, так как родной язык – это тот язык, на котором говорят наши матери, а мать всегда связана невидимыми духовными нитями с родиной. Він пан помагає їм добрити.